прикольная штучка. Че, вода зазря течет. Приятненькая такая. Маленькая. А массаж сейчас пойду. Время-то 3 часа дня уже. Вы не думайте, что это утро у меня. Бровки расчешем. Сейчас хочу масочку сделать. Знаю, что будете спрашивать, чем же я умываю свое лицо. Я уже говорила где-то. Я сначала мою вот этой вот умывалочкой. Это от Мэйтан. Пенка для умывания от морщин. Вот таким. Она прям очищает до скрипа все. А потом сверху это вот Nuskin. Это американская косметика, которую мне давно присылали. Я вам уже тоже о ней говорила. Оно тоже очищает, но оно оставляет кожу такой мягенькой. Вот сначала я сделала вот это очищение. И сейчас сделаю масочку, которая мне прислала, кстати, моя подружка из Москвы. Она была в Карелии. В Карелии. Она прислала мне вот такой вот шампунчик. Такой вот. И вот такие вот масочки. Сейчас покажу. Такие. Там малой спит, чтобы вам не... Ню! Вот такие масочки. Сейчас, короче, сделаю какой-нибудь лимончик тут. Пчела, мед, наверное, и лошадь. Что бы сделать? Лошадь, что ли, сделать? Ладно. О, звонят, на массаж уже побежала. В общем-то, и не успела я, короче, сделать маску, но ничего. Мы сделаем ее. Видите, я утеплилась, хотя погода, слава богу, сейчас прям лучше. Эти дни был такой ветер, жесткий вообще. Вот, и я бегу на массаж. Взяла с собой только телефон. Со сестрой сегодня созванивалась, и она мне говорит, вот, побольше влогов, так прикольно наблюдать, когда ты куда-то ходишь. Мне, кстати, может быть, влоги даже и удобнее было бы снимать, я сейчас подумала, потому что дома с малым, и все время он требует внимания, то есть я одной очень тяжело снимать. А влоги, смотрите, вот и мама... А, ну все равно мама приезжает и смотрит, а я бегом на массаж. Но, во всяком случае, по дороге прикольно. Это мой снуд. Ой, я запомнила, как он называется. Снуд, да? Смотрите, я его как сделала, видите? Чтобы ушки не задувало. Но у меня здесь классный капюшон. Видите, как я утепляюсь? Я вам давала совет. Да, по-моему, давала. Чтобы вы одевались тепло. Девчонки, кто хочет, детишек. Чтобы попа была прикрыта. Видите, у меня попа прикрыта. Все. Я, кстати, в своем костюме. Вот этот Фила, который покупала. Он на самом деле вообще очень классный. Фила этот. Которого я Адидасом обзывала. Он реально, вот его одел, он теплый. И ничего не нужно поддевать, ничего под низ. Классно. Короче, рядом с домом, вот все, я уже почти зашла. Я не буду показывать свою массажистку, потому что, ну, я думаю, наверное, она будет против там. Но я даже не хочу спрашивать. Многие люди что-то, ну, не очень хорошо относятся, чтобы оказаться в видео, будут их обсуждать. Так что не буду показывать. Я сейчас так зайду, просто. И снимаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Снимаю себя, не волнуйся. Я все поняла уже все для этого. Так, я пошла, да? Раздеваться. Да. Все, вот мы раздеваемся. И заходим потом в нашу тайную комнату. Не разблокировали. Подорвали, хотела сказать. Мой животик. Скоро будет идеальный. Да. Я шатаюсь. И видео такое. Все, прорабатываем бока тоже. Как будто тесто. Мое тело как тесто в твоих руках.
Ну что, мои крошки? Ой, глянь, запотела. Камера, что ли? Я после массажа. Смотрите, какая я счастливая, умиротворенная. Какой-то свет тут непонятный падает. Что такое? Что с камерой? Да? Как будто какой-то эффект затемненности, затуманенности. Короче, я одета так, да, как будто вообще тут. Но на самом деле это и хорошо. Лучше тепло. Так, что сейчас, что сейчас? Сейчас я приду домой. Сейчас я сделаю маску, которую собиралась сделать из Кореи, которую подружка мне прислала. Вот. Потом к 5 часам нам к врачу малого, к педиатру. Нам же 2 месяца было, 23 числа. И вот надо нам взвеситься, все сделать. Скажу вам, кстати, сколько мы уже весим, какие мы большие выросли. Вот, и что еще? Что еще? Нам тут асфальт сделали, дорогу заасфальтировали. Классно-то. А, столько в голове всего. После массажа вообще башка не работает. Голова не работает. Короче, делаю маску. Я не знаю, успею голову помыть или нет. Наверное, нет. По-моему, в 5 часов ровно у нас доктор. И что еще? Ну и все. Короче, дальше вам покажу, что будем делать. Влоги. Все будете обо мне знать. Каждый мой шаг. Ну вот я сделала масочку. Она на самом деле такая вот, ну, сколько я здесь у нас покупала вообще в России. Они не такие вот. А здесь она прям вся такая в крему. Я думала, что там даже не маска, а просто крем. Вот достаю, она вся, короче, пропитанная. Ну, а сейчас подожду. 20 минут. Пока нам не нужно будет идти. У нас немножко времени есть перед доктором. Такая вот я красота. На кого я похожа сейчас? Из тех звезд, которые вы мне говорили. Ладно, надо увлажнить кожу. Ну вот так и знала, блин, что забуду, что я снимаю влоги. Вышли с поликлиники, мы такие уже большие. Короче, купила сейчас эмулиум, чтобы увлажнить кожу малыша моего. А то что-то не пойму, сушиться кожа начала, это плохо. И, короче, купила премиум. Симилак премиум. На 100 рублей дороже здесь. Вот. Что хотела сказать-то? А, мы так выросли. У нас, короче, руки заняты, надо в машину сесть. У нас 57 сантиметров, мы уже большие, а весим мы 5200. Кузюня моя. На 100 рублей дороже купила, чем в Ашане. Ну, что делать? А эмолиум стоит 530 рублей. Да, маленький вот такой кремушек, эмолиум, 530 рублей для увлажнения кожи. Ну, там для всего идет, и для взрослых, и для детей. Ну, говорят, отзывы хорошие. Ну, посмотрим, скажу потом. Мам, возьми бумажки вот эти, пожалуйста, чтобы не потерять. Тут же нам написано, какие анализы там сдавать в 3 месяца. Жопка спит. Вот, что я. Сейчас мы едем домой. Я, блин, хотела снять вам вложик в этот... О, музыку могут вырезать, блин. Хотела снять вам, как дети там кричат, вот эти все дела. Это так клёво. Ну, забыла, видите. Тем более, не до этого было. Все, сейчас едем домой. Как у меня на этом фоне кожа. Не накрашенная, сегодня целый день влог снимаю. Эй, это волосы, смотрите, я помыла. Мама моя приходила. Вы знаете, да, она уже уехала, приехала ко мне. Кристинка! Ты так будешь показывать? Да. Вот так буду показывать. О, у меня там зеркало сзади, а в зеркале что-то отражается. Ну, что-то не... Ничего страшного, там не отражается. В общем, я это помыла волосы, как я вам говорила, шампунькой. Она такая офигенская, блин. Я не знаю, где ее найти. Я поищу в интернете. Может быть, найду ссылку где-то на нее, чтобы это вы попробовали. Блин, такая классная. Шампунька, которую мне Любашка прислала из Кореи. Она так классно пенится, волосики такие мягкие, с дозатором, как мне нравится.
Вот, ну и как всегда, чем я? Вот, вот эта штука, которую я не люблю, надо ее закончить. Глискур. Запах мне не нравится. Мне в общем, нравится, а мне нет. Ну, короче, ничего другого не осталось, не купила еще. Вот это, значит, я израсходую. Масло еще я пользую. Какое это масло? Тоже нравится. Глискур нет, еще не нравится. Масло я пользую вот такое. Фрути. Ну, масло неплохое, но я все равно люблю Шварцкоп свое. Там такой запах классный, как духи, блин, потом. Все, сейчас я сушу волосы и вернусь. Ребята, я решила накрутиться. Вот, короче, я накрутилась на самом деле на свои самые любимые офигенские бигуди, термобигуди. Называется Валера Плюс. Ой, как вам показать? Где коробка? А, вот коробка. Вот коробка. Вот они. Валера Плюс. Я вам дам ссылочку внизу. Пройдете, посмотрите. Они, в принципе, недорогие, но они у меня уже, вон, коробка старая, они очень давно. И когда я хочу реально крутые какие-то локоны, объемчик такой на голове, я ими кручусь просто. И пока я крашусь, они у меня находятся, а потом я их снимаю, все, наряжаюсь, и я звезда. Посмотрите потом, какие локонушки будут у меня. Локонюшки. Еще, кстати, девочки, я нашла типсы. Кто-то у меня просил. О, 100 типсов. Вот скажите мне, кто хочет, чтобы я сделала на ногтях 100 слоев тип, ну, накладных ногтей. Вот. Короче, кто хочет это увидеть, то пишите в комментариях. Хочу типсы 100. Не знаю, сейчас уже не актуально, наверное, 100 всего делать. Но если кому-то интересно, ну-ка, напишите. Я посмотрю, сколько соберет лайков это видео. Вот если вот хотите, чтобы я сделала, ставьте лайки. Я посмотрю, если будет много-много лайков, то сделаю соточку. Ну и вот, мои хорошие, я только расплела, все это вот так вот выглядит, вот такие вот кудреньки получаются. Но у меня сейчас немножко были влажные волосы, я не голая, я в кофточке. Влажные волосы, и поэтому немножко не так накрутились, как обычно. Потом я беру, распушаю их, никогда не расчесываю их сверху. Беру, так переворачиваю голову, распушаю. Не расчесываешь? Разбиваю просто и все. И вот так хожу с кудрями. Красота! Звезда! Просто можно снимать любые влоги. Блоги. Чё хочу. Короче, мне нравится вообще вот эта штука. Как будто я в салоне побыла, да? В салоне еще мог не такие, блин, сделать красивые локоны. В общем, все, малой спит. Сейчас уже будет просыпаться, будем его кормить. Ой, ну и все. Наверное, на сегодня все. Пойду в магазин. Нашла офигенский интернет-магазин. Там есть все просто. Для женщин, для мужчин, для детей. И цены офигенские. В Иваново, короче, находится интернет-магазин. Они с Иваново все это привозят. В принципе, достаточно быстрая доставка. Не как на Алиэкспресс ждать. А, в зеркале Кристинка. Там чуть-чуть видно. Вот, и это. Короче, если интересно, посмотрите, я ссылочку оставлю. Но вот я сегодня буду заказывать там постельное белье, там столько красивого постельного белья. Разные размеры, там из бамбука, из сатина есть. А сатин мягенький. У меня, кстати, два белья из сатина. Вообще обожаю их. Они такие мягенькие, сушатся дома за 20 минут. Что можно взял белье, постирал, повесил его, через 20 минут уже все одел его. Поэтому у меня два белья, и как-то я офигенски с ними справляюсь. Но я хочу еще что-нибудь яркое. Короче, я сейчас пойду туда заказывать всего там серебра, много дешевого, красивого. Ну, короче, и бижутерии. Короче, стоит зайти, посмотреть. Я, короче, вчера полночи лазила в нем. Думаю, надо время найти, чтобы зайти и реально полазить и что-то заказать. И когда закажу, обязательно вам все покажу. Ссылку на этот магазин оставлю внизу. Случайно на него наткнулась. Вот. А сейчас пойду, короче, заниматься делами. И искать что-нибудь в магазине. Ну все, я с вами прощаюсь. Пока. Лайк, подписка. Как обычно. Можешь спеть. Угу.